мои, всем привет, всем огромный привет. Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи Колесниковых. Слушайте, ну все как обычно. Опять мучают ребенка. На сей раз у нас Анжела пытается сделать Виталине хвосты, да? Все бы ничего, но вот только Виталина постоянно шарахается, когда Анжелка подходит к ней ближе, чем на метр с расческой. О чем Виталина постоянно жалуется и говорит матери, что нет, я не хочу, чтобы Анжела меня заплетала. Это было несколько дней тому назад. Это было несколько ситуаций в Ессентуках со слезами Виталины. Но при всем при этом мать, ради того, чтобы показать зрителям, какая же молодец Анжела, что вот смотрите, девчонке почти 15 лет, а она научилась практически делать хвосты. Можете даже вдуматься в это, да? Почти в 15 лет она экспериментирует на своей младшей 7-летней сестре и еле-еле-еле, медленно, но верно, пытается сделать ей 2 хвоста. Ну, это, конечно, нечто. Так вот, ради того, чтобы удивить своих обожателей, Светка в очередной раз приносит, так скажем, в жертву Виталину. Зачем? Если ребенок шарахается от Анжелы, которая в дури в ней столько, что мама не горюй, какого черта вы сажаете опять туда Виталину? Посадите Дарину. Ведь Анжела сказала пару дней тому назад, что Дарина не боится, когда я ее причесываю, когда я делаю ей прически. Сажайте Дарину. Зачем вы опять, как девочку для битья, сажаете Виталину? Мне, если честно, это совсем непонятно. Так вот, это пытается сделать ей хвосты, Виталина сидит, еле-еле не дыша, да, как говорится, боится, что ей сейчас дернут за волосы по полной программе. У Виталины кудри. Кудри. Мать объясняет, что вот, мол, накрутили ей волосы, сделали ей косички на влажные волосы. Ну, а далее Светочка рассказывает, что оказывается всему виной Дарина, что, вы знаете, что-то она в очередной раз не поделила с Виталиной и взяла просто вот так вот, засыпала ей голову песком. Знаете, я хочу сказать, что у них Дарина уже просто оборзела. Ее за это надо наказывать. Слишком много эта девочка себе действительно позволяет. Как можно песком засыпать волосы, да, своей родной сестре? Светка так спокойно, причем об этом, обо всем говорит, а если бы она Виталине взяла, вот у Дарины просто мозгов ноль, и Дарина вообще не думает. Дарина делает и даже не думает о последствиях, да, потому что знает прекрасно, что ее никто наказывать не будет. Так вот, а если бы она взяла Виталине и засыпала этот песок в глаза, что было бы тогда с ребенком? Что бы они тогда делали с Виталиной? Вот мне просто интересно. Или над Виталиной можно измываться, издеваться как угодно, я не знаю. Ну, видимо, да, действительно. Над кем-то можно, над кем-то нет. Далее уже на кухне идет борьба за остатки роскоши. Не поверите, за кокосовую стружку Света посыпала этой кокосовой стружкой свой ленивый торт. И дети тут же, как птенцы, хватают вот эти вот крошки, да, которые валятся на клеенку. И вот все это дело жадно-жадно едят. И после этого нам с вами будут рассказывать о том, что дети не голодные и у детей все есть. Нет, конечно. Никита просит маму хорошенько посыпать кокосовой стружкой. Он говорит, ой, я так люблю кокосовую стружку, ну, а Светке, как всегда, все жаль. Даже учитывая тот момент, что кокосовая стружка ей досталась на халяву, а Света, как и Леша, экономит абсолютно на всем. Да-да, друзья мои. Ну, а далее, видимо, поняв, что ее торт будет очень, возможно, может быть, не для всех, так скажем, вкусный, Света решила что-то еще, так скажем, поставить на стол и решила приготовить бутерброды с сыром. Вы знаете, так интересно, да, в общем, в последнее время на столе хотя бы что-то стало появляться, появился хлеб, появился сыр, но вот единственное, масло сливочного почему-то на бутербродах не видно, а ведь вспомните, совсем недавно в Светофоре несколько дней тому назад Светочка рассказывала, когда Леша спрашивал, а масло есть? Она сказала, да-да, масла у нас предостаточно. Свет, куда уходит масло?
Да, я сомневаюсь, что оно уходит куда-то в кашу. Да, даже если оно уходит в какую-то там молочную кашу, то ты ее готовишь настолько редко раз в неделю, что все масло никоим образом не может туда уходить. Где масло? Вот просто интересно, потому что каждый раз, когда делаются бутерброды, это тоже крайне редко, да, для собственных детей, масла я там вообще не вижу никоим образом. Ну, а далее Светочка говорит, дает команду своим деткам, говорит, давайте расставлять эти кружки, будем пить чай. Да, рассказывает о том, что сейчас у них Анжела моет посуду, она оказывается наказана. Анжелка смеется и говорит, да, мне надо было вчера мыть посуду, но, говорит, мне было весело, видимо, она не стала этого делать, и ее решили наказать, не знаю уж, насколько у нее продлится вахта по мытью посуды. Ну, а Света Анжеле и говорит, странно, тебе последнее время все весело. А я вот думаю, почему Свету удивляет хорошее настроение ее дочери? Ведь у Анжелы детство, у Анжелы в конце концов каникулы, это нормально, что она действительно радуется лету, радуется жизни, насколько это возможно. Ведь Анжела и другие дети не высказывают Свете за ее частое, так скажем, неадекватное состояние, да, в котором порой находится мама, многодетная мама семейства. Ну, а далее Светочка нам демонстрирует 4 яблока, что-то там опять несет какую-то ересь по поводу того, что это самые там натуральные или какие-то там сорта. В общем, я не знаю, самые домашние или самые натуральные, я, ну, не запомнила. Мне запомнился тот момент, что Никита в этот момент говорит. О, говорит, это, наверное, черри. Ребят, я все понимаю, конечно, но, в принципе, Никите 11 лет, да, назвать черри. Черри – это сорт помидор, все это прекрасно знают, как можно сказать, что это сорт яблок. Я тоже, если честно, не понимаю, но, с другой стороны, он тоже сын своих родителей, в принципе, нет ничего удивительного. Да, его, по-моему, кстати, одернула Анжела и сказала, что какие черри, черри – это помидоры. Анжела, кстати, из них оказывается вообще самая умная и самая, между прочим, рассудительная, кто бы что бы о ней ни говорил. Вот зачастую я понимаю, что это так оно и есть, да. Ну, и Света, как всегда, начинает хвастаться своим тортом. Накрыли на стол, да, накрыли, все поставили, значит, все демонстрируют нам. Светочка, торт в разрезе. Дети сидят, просто, знаете, улыбаются на камеру, давятся в сухомятку, вот реально давятся. Сидят у них куски торта, у них вот эти вот бутерброды просто, батоны сверху, сыр, да, без масла, без всего. Света говорит, вот, надо было бы налить чай. Ну, так взяла бы и налила, чего ты у них спрашиваешь, дети машут головой. Наверное, если бы Света им налила бы, сделала бы чай, конечно бы дети бы пили с чаем. Но поскольку Света так сказала, что надо было бы налить, дети прекрасно понимают, что это нужно было бы сделать им самим, соответственно, они машут головой и говорят, нет, нам не надо. Потом Света говорит, а может быть молочко? И дети кричат, да-да, хотим молока. Блин, я вообще, если честно, в шоке. Возьми ты, поставь-то это молоко, да. Ты знаешь, что дети сели завтракать, что вы потом поедете по делам, да. Ты выставила торт, ты выставила бутерброды, это сухая еда, это не каша, это не творог, это не что бы то ни было. Возьми ты, поставь им что-нибудь попить. Нет, мама об этом даже никоим образом не думает. Ну вот как-то да, видимо, детей тоже не приучили, ну и все как, в принципе, все как обычно. Ну а на улице Света демонстрирует, что делают они. Свет, ну неужели сложно назвать своих детей детьми, ведь это же твои родные дети, которых ты сама родила. Ну что за они, они и они. Ну а далее чехвостит Дарину, но здесь я со Светой согласна. Дарине нужен действительно хороший нагоняй, раз она позволяет себе очень многие вещи, которые не имеет права себе позволять, да, тем более обижать Виталину, которая всегда и во всем помогает этой же Дарине, позволяет себе засыпать Виталине в волосы песок, да, и бить ее, обижать ее. И это из-за того, что, да, не из-за того, что у Дарины какой-то особенный характер, или какая-то она сильная, или она какая-то волевая, или супер-пупер, нет. Просто Дарина обнаглела, она чувствует свою безнаказанность со стороны родителей, поэтому она действительно отбилась от рук. Ей, конечно, с ней нужно серьезно разговаривать, ее нужно учить, и ее как-то нужно наказывать или как-то ей объяснять. Я не знаю, что уже они будут с ней делать, потому что раньше они говорили, нет-нет, мы не будем ничего ей говорить, она еще маленькая. Ну, а теперь она уже не маленькая, теперь ей уже 4,5 года. В этом возрасте дети прекрасно понимают, как говорится, что такое хорошо и что такое плохо. В принципе, ну, я не знаю.
Светка пытается что-то Дарине объяснить, Дарина даже в ее сторону голову не поворачивает, поэтому Свете ей что-то объяснять, я думаю, нет никакого, друзья мои, смысла, потому что Свету она вообще не видит, не слышит, так же, как и Анжела. Анжела тоже Свету не видит, не слышит. В принципе, в большей степени дети вообще Свету не видят и не слышат. Единственные дети, которые слушают Свету, это Настя и Виталина. Ну вот, кстати, как раз-таки Виталине и Насте всегда от мамы Светы достаются по полной программе. Мама Света на них всегда сваливает самую плохую, самую сложную работу и ни во что этих детей в принципе не ставит. Вот как-то так, как говорится, бывает. Вот такой, друзья мои, у меня получился обзор. Естественно, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока!